Парень Валес. А? Как дела? Как не хватает? Слушай, что не хватает? Как курс упал? Я все деньги тебе прислал, как может не хватать? Сколько не хватает? 5000? Ну ничего себе. Слушай, ну я уже занял у этого, у шефа занял и здесь в долги залез. Ну а мне-то что делать? Ну ладно, не переживай. Ладно, я что-нибудь придумаю, хорошо. Ну, давай, пока. Шеф, привет. Слушай, такая ситуация у меня получилась. Ну, деньги я отправил те, которые ты дал. Но там что-то курс рубля, понимаешь, резко упал, и что-то там не хватило, и 5000 не хватило. Слушай, ну я, можно из выручки возьму? Тут есть какие-то деньги, собрались? А когда тебе платить аренду? Ну, ты меня тоже пойми правильно, ее завтра, послезавтра из института выгонят. Ну да. Ну что, никак не получится. Ну некому обращаться, на кого еще спросить тут опыт? Ну ладно, тогда нет, так нет. Ну ладно, извини, что побеспокоил. Ну давай, пока. Здравствуйте. Что, колесо там можно посмотреть? Заднее немножко потравлено. Да, конечно. Что, в 200-то уложимся? 200? Да, а тут лично неохота не было. Ну, уложимся. Ну, все, хорошо. Все, все, да. Все, 200, ты подвалишься? Да. Все, спасибо. Во-первых, возвращаясь к то, что взял. Во-вторых, эти болты я закручу за 5000 рублей. Теперь понятно?